Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Зомбари прям летят и прям хотят прям на машину нашу залезть. Ну и разлетаются только так. Только в пух и прах. Вон, смотри, они стукаются головой сверху. Все, закончился. Да-дуда-дуда-дуда-дуда-плей. Дуда-плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру в машинки против зомби. И сейчас мы летим на своей зеленой машинке и пробуем проехать эту тяжелую, очень тяжелую трассу. Очень тяжело ее проехать. Да, трасса очень тяжелая. Наша машинка постоянно переворачивается. Не долетает, не доезжает вот эти вот все моменты. Все, мы только потратили ускоритель, видишь, как все печально. Все, ускоритель закончился, мы еще толком не доехали, только 10%. Ну что ж, бывает, а ускорителя больше в магазине нет. Я бы, конечно же, купил бы ее максимально много. Сейчас пойдем посмотрим, что можем купить. Ну, купим, конечно же, двигатель, и, кажется, еще бензинчик можно купить, хотя это и не точно. Так, все, смотри, мы здесь застряли, попробуем здесь так проехать. Нифига, видишь, какая засада. Все, приехали. Едем в гараж, быстренько. Смотрим, что у нас есть. Да, мы можем с вами купить топливный бак. Полностью мы его купили. И двигатель. Мощность двигателя. Все, пока не можем. Еще осталось немножко. Давай, поехали. Что мы здесь купили? Попробуем с этим улучшением проехать. Далеко проедем или нет, я не знаю. Сейчас будем смотреть. Еще двигатель нужно улучшать. И улучшать конкретно. Вот. Ускорителя у нас не на максимум, и не на максимум у нас бензин был. Как бы вот. Ой-ой-ой-ой, не хватает у нас энергии, к сожалению. Ладно, будем отсюда уехать. Давай-давай. Хотя нужно прям хорошо пролетать в том месте, где мы не успели. Давай, машинка, вот, не знаю. Хватит у нее энергии, силы или нет долететь. Доехать. Ну, до сколько доедем, сколько и доедем. По идее, мы должны доехать уже нормально. Вот так, хорошо. Здесь быстренько. Ух ты, застряли, колесо застряло. Все, сейчас здесь будет такое углубление вниз, да. Проезжаем. И едем дальше. Вот, нам ускоритель немножечко помогает. Давай, машинка. Опа, хорошо. Нормально, смотрим, сколько у нас там. Оу, да мы скоро доедем уже, смотри. Бензинчика у нас мало. Давай. Вот, ускорение, еще чуть-чуть у нас ускорителя осталось, то есть. Блин, надо было его здесь включать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, пожалел ускоритель и все. У нас бензик закончился. Давай, ну все, мы уже не сможем никуда доехать. Бензик закончился. Эх, давай двигатель купим. Все, еще немножечко осталось улучшить двигатель. Ну ж, поехали посмотрим, докуда доедем на нашей точилке. Вот, мощная машинка. Сейчас посмотрим. Потом мы докупим полностью движок. Может быть мы доедем, не знаю. О, давай. Короче, надо ускоряться конкретно. Не хватает мне ускорения здесь, видимо. Скорости. Чего еще? А так бы мы бы проехали бы вообще нормально. Все, давай. О! Зомбаки разлетаются только в путь. Аккуратненько. Здесь тоже давай ускоримся. Ускорителя, в принципе, у нас еще достаточно. Ой, здесь давай тяжело здесь проехать. Патрончики закончились. Ну, у нас, в принципе, патроны полностью на максималку раскручены. Давай. Опа, застряли. Сколько там бензика? О, бензика еще много. Надо нам двигатель, короче, раскручивать, чтобы помощнее был. О, ускоритель закончился. Ёлки-палки, все. А хотя ускоритель нам нужен для концовочки был. Ладно, посмотрим сейчас. Сможем ли мы долететь, доехать хоть куда-нибудь. Хотя, смотри, ой, давай, еще немножечко, еще чуть-чуть.
принципе, смотри, у нас бензика еще достаточно много. Может быть, доедем, а может быть и нет. Давай, давай, машинка наша. Во! Осталось совсем чуть-чуть. И... давай. Все, бензик еще есть у нас, хорошо. Здесь, в принципе, можем аккуратненько даже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не спешить, ага. Хотел сказать, не спешить. Все, доедем, доедем, я думаю, ребята, мы 100% доедем. Все, доехали. Замечательно было, в принципе, снес... Ух ты, какой у нас автомобиль виднеется, ребята. Сейчас мы зайдем, посмотрим в гараж. Ого, вы стали так богаты, что у нас на экране не хватает места для отображения всей суммы. Чтобы было проще. Ага, в миллионах теперь, нифига себе. Вот эта тачка синенькая, смотри, как красиво. Так, а и у нас еще потом вот эта тачка, вот эта тачка, вот эта тачка. Раз, два, три, четыре. Четыре тачки у нас. Если эту тоже мы начинаем, если мы эту считаем, то эта тачка вообще огонь. А у нас 500 тысяч. Давай ускоритель купим, да? Почему бы и нет? Покупаем ускоритель. Ух. Установили ускоритель и попробуем проехаться. Вот такой у нас автомобильчик. Смотри, такой серьезный, такой интересный. Да. Интересно, будем его прокачивать, смотреть. Так, и сейчас мы включим ускоритель. Посмотрим, как вот ускоритель. Ух, нифига там ускоритель какой. Ух, нифига какой мощный. О, а что за зомбарь такой? Прикинь, я такой первый раз такого зомбаря вижу большого. Ой, смотри, прям какие-то вообще мутанты огромные стали зомбари. Всего? Проехали, получили 314 миллионов. Офигеть. Ну, ничего не можем купить, так что едем дальше. Хорошо, что мы хоть ускоритель купили, да? Да, я смотрю, здесь зомбаки стали вообще огромные, смотри. Никогда не было такого, что такие были мощные, огромные зомбаки. Прям они какие-то строители, мутанты, рабочие. Прям очень огромные. Ой, давай ускоряемся, конечно. О, на крыше хорошо. Вот прям они мне мешают. Нам нужно срочно этот самый автомат. Без автомата никак. Все. Давайте дальше смотрим. Что у нас здесь можем приобрести? Бензобак только. Ну давай купим бензобак. Да, и будем денежки копить, конечно же, на автомат. Вот, потому что автомат нужен. Да и ускоритель я бы еще докупил бы. Вот. Нет, конечно, автомат нужен. Что вот этих огромных зомбарей мы могли бы, конечно, раскидывать. Наша тачка, она не рассчитана. О, смотри, видишь, зомбак сверху бегут. Два зомбака прям мощных. О, смотри, давай чуть-чуть. Опля. Все, проехали немножко дальше. Все, бензин заканчивается. Офигеть. Сколько же денег-то надо, а? Вот, у нас совсем немножечко денег. Мы давай еще купим этот самый бензобак, топливный бак. Поехали дальше. Да, нифига, прям точка. О, смотри, как надо. Блин, нифига, я перевернулся. Все, приехали, ребята. Я даже не знал, что... Тут надо аккуратно, смотри, прям. Да. Все, едем дальше. Наша тачка живая. Ну, прям такой универсал, да? Хэтчбэк. Универсал. Автомобильчик. Ах, а зомбари, смотри, вот прям он сверху бежал, вот этот чудик. Сверху бежал и прям прибежал. И зацепился на тачку нашу. Сколько у нас? 350 миллионов? Что мы можем купить? Ну, давай купим коробку передач. Тогда, я думаю, неплохо будет. Все, едем дальше. Коробка передач у нас будет немножечко скорость улучшена. То бишь мы немножко быстрее будем ехать, ну. Давай, ускоряйся. Во, поехали. Вот, хорошо, залетели прям сюда наверх. О, смотри, а мы были здесь, да, только внизу не были, я так понял. Да, уже и движок, смотри, загорелся. Офигеть просто. Давай, ну бензинчик-то же есть у нас. Давай, едь вперед. Вот, надо бы нам еще... Ух, нифига там... Ты видал, вообще какая-то разруха. Где мы едем, ты понял? Какие-то апокалипсис. Здания, заводы все разрушенные. Давай, знаешь, что сделаем? Давай ускорителя купим немножечко. Вот. И едем дальше. Да, теперь с ускорителем нам будет веселее. Давай, ух ты.
Давай проезжаем немножечко здесь. Опля. Да, этот сложнее уровень будет намного. Я думал, здесь будет проще. Нет, нифига. Все, и ускоритель, смотри, закончился, и наш автомобильчик стал медленно ехать. Сейчас попробуем немножечко проехать и накопить на автомат. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Зомбари прям летят и прям хотят прям на машину нашу залезть. И разлетаются только так. Только в пух и прах. Вон, смотри, они стукаются головой сверху. Все, закончился бензин. Все, и давай еще раз. Еще раз проедем, попробуем еще раз заработать на бензинчик наш. Вот. Да, давай, раскручивайся, машинка наша. Давай, давай, у тебя есть. У тебя силы есть. Ускоритель закончился. Ускорителя совсем немножко. Ладно. Ничего страшного. Ну, он бежит, смотри, супергерой. Угу. Сейчас он прицепится на меня. А, нет, смотри, перевернулся, не успел. Либо наоборот поспешил. Как вот этот, видишь, бежит. И сейчас где-нибудь его отцепим мы его. Опа-ля, хорошо. Да, интересный такой вид сзади прям. Что, бензин закончился опять. Автомат. Нет, автомат пока мы не можем купить. Ладно, едем дальше. А, у нас есть уже 1 миллион. Но нам нужно 2. Давай тогда. Давай тогда, ладно, будем копить. Копить на 2 миллион, чтобы купить нам автомат. Ничего страшного. Купим автомат. И вот этих вот зомбарей будем стрелять, расстреливать. Вот тогда мы сможем спокойно ехать. И не переживать за зомбаков. Ой. Зря, конечно, я сюда поехал. Надо было ехать наверху. Ой-ой-ой, как тяжело машинки-то, а. Офигеть. Прям вообще тяжело. Не хватает мощи двигателя. Давай, давай. Здесь сейчас проедем быстренько. Оп. Все, и бензин закончился. Смотри, мы чуть-чуть даже не доехали до того места. Хорошо, идем в гараж. Что ж такое бы приобрести? Угу. Ладненько, будем тогда этот самый на автомат копить. Вот, копим на автомат, ускоряемся. Давай, давай. Что у нас там с ускорителем еще есть немножко? Да, еще немножечко есть. Давай. А, все, кончился ускоритель. Давай, машинка, давай. О, давай поверху, поверху едем. Все хорошо. Видишь, мы как нормально. Вот надо поверху ехать всегда. Давай, взрывайся, взрывайся. Ты что встала, машинка? Алло, едь давай, вперед, езжай. Давай, я ж тебе нажимаю на газ. Ты что тупишь? Давай быстрее. Во. Ускоряемся. Да, и здесь, смотри, видишь. Да, бензин заканчивается прямо вот в этом месте, к сожалению. Но заработали мы. Ах, черт, совсем немножко не хватило нам до автомата. Давай еще раз поедем. Вот, давай, ускорение. Опа, отлично, ускоряемся. Давай, 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 давай. Ой, ускоритель закончился, ну ничего страшного. Ничего страшного, сейчас мы так доедем. Все, и я потом следующий. Покупаю сразу же автомат. Автомат, чтобы мочить из зомбаков. Так, поднимаемся наверх. Тот бежит, смотри, сверху, падает вниз. Ничего страшного. Едем, едем, едем. Давай, мощь, машинка, давай, увеличивай. Увеличивай оборотики свои двигателя. О! Друзья, смотрите, как вам нравится эта игрушка, а? Скажите, пожалуйста. Если нравится, то пишите комментарии. Все, эту серию мы будем заканчивать. Опишите комментарии. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока!